Перемога на національному конкурсі друкованих сродків масової інформації «Золотая літера». Три газети Могильовщини, «Бобруйське життя», «Могильовська правда» і «Голос Костюковщини» отримали узнагороди як переможці і лауреати «Золотої літери». Серед номінацій – лепші матеріали республіканських і регіональних СМІ. Газета «Могильовська правда» стала лауреатом у номінації «Лепші матеріали економічної тематики». Два года назад у нас наш журналист стал победителем впервые. Вот, а в этом году вот, фактически впервые за 12 лет со сцены прозвучало уже название газеты «Могилевская правда» как победителя. Конечно, это было очень приятно. Мы к этому шли, мы старались. Сярод узнагороженных и журналисты Могилевщины Ирина Ковалева из районной газеты «Голос Костюковщины» отримала диплом у номинации «Лепший репортер». По словам коллег, у приватности переможцы у республиканском конкурсе «Золотое перо» Виктора Кубики, региональная пресса с каждым годом завоевывая новые позиции на пьедестале краины. В этом году, что удивило и немало удивило, приоритет жюри отдала региональной прессе. «Золотая литера» эту аксиому подтвердила. Ну, а вот тут получилось так, что дали мне. Переможцам у номінації «Лепший інтернет-проект» серед редакцій городських і районних виданнів – сайт редакції газети «Бобруйське життя». Это тоже, кстати, была какая-то отдельный восторг и радость, когда мы вот, когда редактор «Бобруйского життя» вручали уже статуэтку. Тут ликовала вся Могилевская область. До речи, конкурсы республиканского узровня узнагороджения журналистов областными уладами не только обовязковая данина у профессийные дни, говорят журналисты. Это и содеяние развитию сродков массовой информации и стимулирование творчей деятельности. Татьяна Дмитриева, Александр Артемьев, «Новини регион».